Салика Продакшн Студио. Ну что, Валерия, как тебя учит Евгеньевна? Ну что, Валерия Евгеньевна, девочке 15 лет. И это тебе не скажет, что тебе 15. Кажется, что 15-8. Понимаешь? А студио, такие дела. Песня мало тебе известна. Но эта песня уже 20 лет. Примерно. 20-22 лет. Ну, где-то примерно так, да. Тогда в составе группы пела Полина Гриффитс. Вот, и песня называется «Такие дела». Очень такая интересная песня. Прохладный час, вечер распахнул объятия не для нас. Последний раз ты напрасно ищешь постановку фраз. Все не для нас, не смог ты понять. Песня построена на двух аккордах. Тоника, субдоминанта, тоника, субдоминанта. Больше здесь ничего нет. Тан-тан-пом-пом, тан-тан-пам-пам. Тоника, субдоминанта. Понимаешь, больше здесь ничего нет. Два аккорда. Прохладный час, вечер распахнул объятия не для нас. Давай, ты, три, четыре, раз. Прохладный час. Давай только точно. Да. Прохладный час. Сразу час, в манеру, час. Смотри. Прохладный час. На. Мало секунда. Прохладный час. Вечер распахнул объятия не для нас. Не запоминаешь, не говорю. Ты же, у тебя же музыкальное образование. Да. А как же сольфеджио, как же музыкальная память? По сольфеджио. Ты плохо учишься по сольфеджио? Я вообще не учусь уже. Вы слышали, что говорит? Нет, ну я уже Рыжкова. Не учусь. Евгеньевна. Отучилась. Уже. Когда ты отучилась? В каком-то году, в 2022, по-моему, году. И чего ты больше не... У тебя ничего не отложилось? Рыжкова меня просто удивляет. Такая непосредственная. Ну, не отложилось ничего. Ну, извините, Алибек, вот такая я, да? Да. Да, а если вот все подключить все свое музыкальное образование, для чего ты получал? Чтобы его применять потом в жизни, ты понимаешь? Многие, конечно, получают, там, семилетку там заканчивают, да. Все, и убежали. Угу. А ты не убежал, ты же ко мне прибежал. Да, прибежала. Да, раз, плах, ой, раз, плохлады. Прохладный час, вечер распахнул объятия не для нас. Четыре, раз. Прохладный час, вечер распахнул объятия не для нас. Раз, три, четыре, раз. Последний раз. Ты напрасно ищешь. Нет, ты напрасно ищешь. Вот опять ритм. А, так же, как в да, раз. Да. Все повторяю. Вот это все время так. Все три куплета одинаково. Ты напрасно ищешь постановку в раз. Давай. Раз. Сначала. Раз, два, три, четыре. Раз. Прохладный час. Вечер распахнул объятия. Вечер распахнул. Вечер распахнул объятия. Вот еще точнее. Это же синкопы, да, любимый наш? Вечер распахнул, ветер подпада объятия. Давай. Раз. Прохладный час. Вечер распахнул объятия не для нас. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Ты напрасно ищешь постановку фраз. Вот так вот все точно должно быть. Хорошо. Прохладный час. Вечер распахнул объятия не для нас. Ищешь постановку фраз. Внимание. Все не до нас. Не смог ты понять. Легко потерять. Теперь уже поздно что-то менять. Такие дела. Чужая судьба. Не станет твоей. Она не твоя. Я. Тебя понесло жестоко. Не станет твоей, она не твоя, она моя. Понимаешь, а ты не станет твоей, она не... Куда-то туда полетела. Давай еще раз. Что, не летай.
А то получишь, знаешь, от меня. Ты знаешь, как я могу. Многие говорят, что я стульями замахиваюсь на учениц. Стульями замахиваюсь я. Да. Одна так и написала, но это было ее последнее занятие. Только она написала, правда, у меня телефона не было, я не могла заснять. Я на нее стулом замахнулся, представляешь? Это ужасно. Что про меня пишут? Я такой плохой. Прохладный час, вечер распахнул, обеда нет для нас. Опять нет, смотри. Последний раз. Не для нас, вот синкопы. Не для нас. Да, буквы, три буквы Н. Не для нас. Вот все точно. Последний раз. Ты напрасно ищешь постановку фраз. Все время вот так же.